21 мая Верховная Рада Украины приняла резолюцию, которая позволяет ей не соблюдать некоторые положения, установленные в конвенциях о защите прав человека. Какой реакции можно ожидать от Европейского Союза, который якобы способствует продвижению демократии на Украине? Я думаю, что в ЕС будут разногласия по этому вопросу. Ведь это такое лицемерие, правда? Европейский Союз шествует по всему континенту, фактически даже по всему миру, объявляя себя защитником прав человека. Но при этом на Украине постоянно нарушаются эти самые права. Там принимают антикоммунистические законы, запрещают политические партии. Опять же, проблема с политзаключенными. Это еще один конфуз для Европы. И мне кажется, что там действительно чувствуют некоторую неловкость из-за того, что происходит на Украине. И Западу сложно это оправдывать. Интересно, что за последние пару недель США несколько смягчили свой тон по отношению к России. Состоялся визит госсекретаря Джона Керри в Сочи, где он встретился с Сергеем Лавровым. В Москву приезжала представитель Госдепа Виктория Нуланд. С главой российского МИДа встретился даже генсек НАТО Столтенберг. США определенно смягчили тон. Руководство Украины этим обеспокоено. Поэтому риторика Киева и стала более воинственной. 19 мая президент Порошенко в интервью корреспонденту BBC говорил о вероятности грядущей агрессии со стороны России, о наступлении, которое должно произойти летом. На мой взгляд, реальный смысл этих заявлений в том, что Киев беспокоит перемены в отношении США к России. Насколько нам известно, в течение последних лет ЕС и США вели на Украине довольно агрессивную игру. Они финансировали незаконную смену режима, государственный переворот, в результате которого в 2014 году было свергнуто демократически избранное правительство. Однако сейчас наблюдается осознание того, что ситуация не может развиваться дальше в том же ключе. И сейчас наиболее разумные люди в Европе довольно открыто требуют отмены санкций против России. Я слышал, что наиболее экономически развитые европейские страны, такие как Германия и Франция, заплатят основную цену за вступление Украины в ЕС и НАТО. Экономика Украины разрушена. Страна зависит от российских займов и российской доброй воли. Украина задолжала России и вынуждена возвращать ей долг. На мой взгляд, решение ЕС принять в свои ряды Украину чревато катастрофическими последствиями. Кроме того, никто не горит желанием обещать Украине вступление в НАТО.